У нас проведена изоляция зубов 27-26 на предмет дистального кариеса, кариеса дистальной поверхности зуба 26, одет кламп якорный W3 на зуб 27, вспомогательный кламп B1, зафиксированный задом наперед, с специально активированными, отогнанными в апикальном направлении щечками клампа, для того, чтобы глубоко можно было зацепиться за шейку зуба. Проведено там частично препарирование старой пломбы. Кофердам пока сохранился в межзубный промежуток. Дальше мы будем это все красить кариес-индикатором, обрабатывать оксидом алюминия. Ну вот такая схема. Вспомогательное использование клампа B1, повернутого задом наперед на маляре, иногда очень полезно для работы с глубоким поддесневым кариесом второго класса на дистальной поверхности. Использовать это очень удобно.